Я приветствую вас, дорогие братья и сестры, и поздравляю с новым 2023 годом. Я желаю вам крепкого здоровья, силы свыше, мудрости свыше, для того, чтобы мы прошли через эту долину смертной тени и остались бы верными Господу до конца. Как написано, будь верен до смерти, и я дам тебе венец жизни. А также я желаю вам обильных Божьих благословений, которые, написано, обогащают и печали с собой не приносят. Христос народился.